Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Мой уровень 21-й, высший в нашей пати. Я тут самая крутая из вас, короче. Если понял, то давай, двигай жопу с дивана. А? Кажется, твои статы не изменились с того момента, как я видел твою карточку первый раз. Ну ты дурак, Казума. Очевидно же, что мои статы с самого начала были на максимуме. Не смей равнять меня с простыми искателями приключений. Узри мой страшнейший скилл, телепорт. Эй, Мегумин, это против правил. Ой, а чё это ты? Правда, место уступить решил? То есть, сколько бы она ни поднимала уровней, мозгов в ее черепушке не прибавится. Эй, Казума, ты чё слезинку пустил? А почему ты посмотрел на меня взглядом полным жалости? Всем спокиноки. Это секрет только для настоящих мужиков. Окей. Слышал про кафе суккубов, которые показывают тебе веселые сны? Выкладывай. Добро пожаловать ко вратам ада. Откинись по полной, сорви голова. Ага. Бога-га, я-то уж точно оторвусь. Увлечение накачанные мускулистые мужики? Что? Он из тех самых? Или что так же важно? Эта девушка могла прятать кинжал под одеждой и отрезать под корни его достоинства. Кому-то что, правда, пипиську отрезали, что ли? А, простите, тут написано место, время во сне, собственный пол и так далее. Это зачем? Некоторые из наших посетителей просят: я хочу быть героем или владыкой тьмы, а кто-то даже хочет стать противоположного пола. Правда, что ли? А есть и такие, которые хотят оказаться в теле юноши, над которым доминирует партнер постарше. Мужики в этом городе, что ли, конченые извращуги? Это есть даже подругу детства или любимого персонажа из игры? Даже Бритни Спирс? Да. Правда, я не знаю, кто такая Бритни Спирс. Простите, а мои предпочтения не будут записываться на видео или типа того? Конечно нет. Ведь это сон как-никак. Это правда так удивительно? Ну, разумеется! Если бы ты предложил мне королевский краб в обмен на то, чтобы не использовать свою магию целый день, то ради такого лакомства я бы сдерживала себя 24 часа и уже потом взорвала все и вся! Вот насколько это здорово! О, а вот так крутяка, стоп! Что ты сказала в самом конце? Вот это да! Неповторимый вкус! Не дай себя провести! Познай, Дзен! Если сорвусь, то точно насвинячусь в какашку! Ну, хоть немножко-то можно! Нет, если начнешь пить в таком возрасте, то к 30 станешь бомжом. Прекрати! Не улыбайся мне такой милой улыбкой! Лучше скажи что-нибудь извращенское, как ты это обычно делаешь! Дурачина, ты только посмотри на их счастливые лица! Что для тебя важнее? Да, с самого начала тут не из чего было выбирать. Ладно, девчат, хоть и рановато еще, но я пошел спать. Всем спокойной ночи. Этой ночью луна поистине при... Здоров. Я с первой встречи заметил, какое у тебя отличное тело. Глаза меня не обманули. Суккубы хорошо постарались и отметили все мои предпочтения. Что за глупости я слышу? Я ж говорил, тебе нужно набираться опыта. Так что очевидно, что идет дальше. Теперь давай без полотенца. Нельзя же! Ну нельзя же так! Пускай я еще не опытна, но это как-то... Давай уже. Ну уже. Что за дела? Странно, очень странно. Но постойте, значит, Даркнесс, которую я встретил в ванной? Так, пришло время для экзорцизма. Не дергайся и умрешь безболезненно. Смирись, демон. Я использую на тебе мое сильнейшее... Что? Беги. Но ведь... Ты что делаешь? Она же демон, которая пришла украсть твою жизненную силу. Ты спятил, Казума. Я попалась только потому, что... И еще слишком неопытная, и это лишь моя вина. Я не могу позволить вам унижаться ради меня. Так что пускай меня ликвидируют. Сделайте вид, что ничего не знаете. Уважаемый? Казума, если не хочешь отправиться к кузькиной матери, то лучше отойди в сторонку.
Казума очарован магией Суккуба и находится под ее контролем. С самого начала вечера он вел себя странно. А еще постоянно говорил о сне и настройках. Без сомнений, это ее рук дело. Чертова Суккубша! Такое меня делать заставило! Убью гадину! Казума, может, она и миленькая, но это демон, монстр. Похоже, сперва придется отправить к праотцам тебя, Казума. Когда от тебя останется лишь горстка пепла, следом за тобой отправится Суккубша. Ну давайте. Я защищу то, что мне дорого. Ну давайте, сучки! Суккуб улетела. Соли ей в кривой путь.